есть. Вы же проводите аналогию, что и тогда нас это тормозило, и сейчас. Скажем, не могу сказать про 90-е, но то, что в нулевые это нас затормозило, это безусловно так. Поток нефти и долларов, хлынувший на нас, он позволил остановить реформы страны. А какие реформы нужно было проводить? Ну, там дальнейшую демократизацию, дальнейшую либерализацию и так далее. То есть те деньги, которые мы должны были получить, завершив свои реформы, мы получили от нефтянки, не завершая реформ. То есть нулевые годы эти были годы незаработанных денег. А на чем бы мы их зарабатывали? Ну вот довели бы, сделали бы нормальную либеральную экономику, которая приносила бы нам деньги. Вот на этом бы и зарабатывали. Но мы ее не сделали, потому что деньги у нас появились сами собой. Мы клад откопали.